Дайте мне Монката! Все нормально, мальчик мой. Придется немедленно прекратить розыск. Начинается. До сих пор поверить не могу, что Бруно — фашистский агент. Если бы не этот товарищ, то неизвестно, чем бы все закончилось. Мы с тобой еще встретимся, и тогда их ничто не спасет. Слушаю. Понял. Да. Все ясно. 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 Фернандо, срочная эвакуация. Нам выехали грузовые машины. Рамирц, организуйте людей и грузитесь по оговоренному плану. Разрешите остаться защищать город. Если будет нужно, то останемся все. Идите и выполняйте приказ. Возьмите вашего соотечественника в помощь. Слушай. Есть. Рот, фронт. Вам не стыдно? Давайте! Чего ждете? Господа, проехать невозможно. Подождем самолетов. Проедете. Бросайте все впереди. Видите, что там творится? Возьми. Помни, в твоих руках судьбы многих людей, нужных не только Испании. Отправляйтесь немедленно, пока не прикрыли северную трассу. Важно, чтобы вы добрались до Сан-Диего. Встретимся в крепости. Доброго пути, товарищ Сергей. Но пасаран, Пепе. Слушай, начальник. Ты иди, а я ненадолго останусь. Зачем? Мне кажется, что Манката Каназирев придет сюда. Хочу с ним встретиться. Быстро в грузовик. Слушай, Коля, быстро поднимайся.
Господин Монка, больше мне не попадайся. Всегда твой Бомбата. Нам нужно торопиться. Они могут уйти только по северному шоссе. Курт! Двигатель перегрелся. Трудновато ему, брат. И мы тоже перегрелись. Как не перегреться? У двигателя тоже есть душа. Мы тоже перегрелись. Хорошая водичка. Эх, жарко-то как, а? Куда деться, о, любезная моя? Давайте грузовикам. Пошли. Скорее, ребята. Освежились, а теперь давай. Давай. По коням. А Васка на кобыле. Газу давай. Всего хорошего. Я не держу зла. Только когда он вернется в Болгарию, что он будет говорить? Кто? Манката, вот кто. Ускользнул прямо из-под носа. А он мог бы заплатить и за своего отца. Заплатит. Просто невероятная история. Значит, вы с Сергеем сидели за одной партой? Очень неприятно. Я наткнулся на этого негодяя Бомбату. Бомбата? Я начинаю думать, что все ваши одноклассники в Испании. Что это, авантюризм или случайность? Большевизм. Господин капитан, они опережают нас на 1.5 часа. Уверены? Допросили беженцев, они подтвердили. Их конечная цель — Сан-Диего. Прямой дороги нет? Это единственная дорога, господин капитан. Товарищ Сергей не обрадуется, когда увидит нас. Давай.
Что случилось? Лили. Ну что опять? Коробка передач сломалась. Все, начальник. Поставим грузовик поперек моста. Давай. Давай, давай, быстрей. Проезжай. Давай, давай. Давай. Давай сюда. Еще, еще, еще. Вот так. Ну. Давайте, ребят. Раз. Два. И еще раз. Два. Три. Поднажмите.